Где Самбат? Не знаю, не знаю, я ему никто. Ни брат, ни родственник. Я бедный чанчик, не бейте меня. Не надо, не надо меня убивать. Самба, Самба! Не убивайте меня, я не виноват. Держите камчу, привяжите коней. Сюда, в лачушку. Он здесь, у старика. Ну, пошли. Вы оставайтесь здесь. Отдыхаешь? А ведь ты нас обидел. Угнал у дербетского хана целый отборный табун. Поделил его со всеми дружками. А нам не шиша, а наша доля. Нечестно это, самбажик. Мы тебя обласкали, сделали человеком, приблизили к сердцу, а ты что? В лицо плюнул? Наглеешь, вот что я тебе скажу. Кто тебе позволил трогать табун дербетского хана? Кто? Я? Дугар? Ты поссорил нас с монголами, вот что ты натворил. Это ты проломил башку главному табунщику хана. Твоя рука. Чтобы уладить твою необдуманную затею, ты должен отправить к нам двух кайгалов. А мы их выдадим Амбын Найону, как выкуп. А он хану. Если не сделаешь этого, приедем за тобой. Сам пойдешь под суд. Теперь от нас поблажки не жди. Теперь о моем долге. Поедешь сейчас с нами и из своих рук отдашь мою долю. А в уплату за отказ делиться преподнесешь своего вороного. Или мы угоним весь табун. Этот собака Чанчик перерезал поводки. Сволочь этот Чанчик, убить его мало. В горячий котел его головой. Не связывайся ты, сынок. Им ничего не стоит убить человека. Отвяжи коня. Не трогай. Бей его. По голове. Шылдарда тыва араптар байларга отурур тура калышын кылгач карадага токтап алганар. Тура калышканнар каржы тошкуну беле бастырган. Олар алданмадырлар деп жонун төгүндө артканар. Thank you.
байлар. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу сюда. Тут очень хорошо. Говорить будем тут. Теперь я скажу. Вам, Дугарнайон, надлежит сделать следующее. Внести выкуп за убитого табунщика Дюрбетского хана. Это раз. Второе, на этот раз вы должны предать суду двух кайгалов за угон скота. Одного из них мы предадим казни. Вор должен быть наказан. У меня все. Сегодня ты отдал землю, завтра отдашь жену, а затем потребует твою душу. И это все ради жизни? А кому нужна такая жизнь? А честно это? Отправить под суд своих же подручных, даже под казнь, чтобы самому выжить? Из-за одного арата погубить весь народ? Ты этого хочешь? Смотри, если лопнет терпение народа, никому из нас пощады не будет. Народу надо пожертвовать чем-то тоже. Принимать наказание и не выдавать своих хозяев. Иначе ему не выжить. Наёны не велели никого пускать. Собака, видно, ты забыл, кто я такой. Все готово. Праздник можно начинать завтра. Молодец. Ты свободен, сынге. Мы заняты важным делом, ты нам мешаешь. И поэтому я не хочу быть наёном. Кстати, сколько стоит эта юрта? 100 соболей. Беру за 200. Она мне понравилась. Сенге. Я ценю тебя. И поэтому дарю тебе эту юрту. Сядь. Есть у нас к тебе разговор. Во всей Туве эта юрта единственная. Передаю тебе ее за совсем ничтожную услугу. Нам нужна голова самбажика. Из Пекина едет большое начальство. Самбажик будет ему нашим подарком.
Они будут очень рады этому. Завтра же надо предать его суду. Это будет и урок всем ворам. Всем. Живого нам надо, живого. Осторожно. Что вы там возитесь? Тащите его сюда. Тащите. Бейте его, бейте. Арканом его вяжите, арканом. Попался собака. Хороший подарок будет вам, Кали. Едут! Гнедой идет! Наш конь! Гони, гони! Отойдите с дороги! Наш-то конь где? Да вон он, не видишь? Смотри, что он делает! Куда ты, куда повернул? Каракур не доедет, хозяин. Мы оставили его в ущелье Акалбыс. Молодец, сын мой Чингис, и коню твоему слава! Со сбруей стали, как ястреб ловок, скакун мой быстроногий. Ты как ветер летел, славлю тебя, конь мой вороной, Арше. Ты пойдешь, ты и ты. Где ты его нашел? В ущелье Акалбыс. Люди Сенгены поили, связали и бросили. Но он просит вас в белую юрту.
Ладно, не мешай. Пьяный собака. Скажи, кого я теперь поставлю против людей Сенге? Себя? Я потратил на него 3 баранов. А он нажрался. Чего-то? Каракур? Каракур, Каракур! Что случилось? Каракур! Каракур! Корт пасарин. Не бойся, красавица. Мама, он жив. Возьми. Это лекарство наших предков. Мертвого поднимет. Каракур! 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 Вставай! Каракур! Каракур! Арбай? Сейчас. Трубки. Трубки. Сейчас я встану. Турпилин. Каракур, я не виновата. Каракур. Халапуган. Так случилось, не что у меня... У нас... будет ребенок. А? Да. О, каракур! Наш каракур! Каракур идет! Победитель каждого круга получает 10 баранов. Итак, начинается хуреш. Тебе поможет Бог. Будь осторожен, каракур. Через плечо бросай, через плечо. Шмякни его о землю. Молодец, каракур. Слава каракуру. Мы победили. Прости за дерзость, хозяин. Я люблю твою дочь и прошу ее отдать в жены. Ты, наверное, пьян, богатырь? Отдай ее мне. Встань, каракур. Будущему мужу моей дочери не пристало стоять на коленях. Я уважаю твою силу. Я помню, что ты когда-то спас ее от медведя. Но ты нищий. У тебя нет даже юрты. Возьми все призы, которые я выиграл. Этого мало. Мало. Козей. Мы любим друг друга. Ступай прочь, пьяница. Знай, что в одну телегу лошадь и быка не впрягают. Отец, что ты делаешь? Самбажика повезли к Ванкаю.
Только ты можешь помочь. Хорошо. Как только займется день, приходи в ущелье Акалбыс. Хорошо. Таваның байлары, түзіметтері, әлейін түрейін аратарыны бөліп, жеп сөгіліп, деріп, қайғалдар қылып алғаш, төрбеттерден мал орлады бап чоран. Тұттырған қайғалдарыны қаржы дошқын шажылар, аноян түзіметтер хоз үніп тұрған. Ор аратар шажыны шыдажу әттіп, жоғым елерін адап айын тұрған. 1883 жылға жетір, ынды болып көлген. Дашхурен. Дашхурен. По нашему закону, если человек подозревается в убийстве, то он должен сидеть до тех пор, пока не сознается сам. Может он так просидеть до смерти. А если же убийство совершается умышленно, человеку отрубают голову. Если по ошибке, отравляют ядом. А если совершено убийство в целях самозащиты, душат веревкой. Я бы хотел увидеть вашего брата. Дежима, подари мне ее. Назначай любую цену. Я бы хотел увидеть вашего брата. Дашхурен. Дашхурен. Вы хотели видеть брата? Пойдемте к нему.
Я могу вылечить тебя. Вот. Опиум? Да. Я. Что надо? Говори. Отпусти самбажа. Салот. Ты куда меня ведешь, Алдан? Прости нас, шаман. Мы потревожили твой покой, но нам нужна твоя помощь. Я люблю дочь Чанги, красавицу Арбай, но ее отец не хочет отдавать Арбай мне в жены. Дважды я ходил к нему, и дважды он отказывал. Помоги мне, скажи, что теперь делать, шаман? Я знал, что ты сегодня придешь, несчастный Каракур. Знал, что скажешь. Пошли. У белых духов. В Эрликхана спросим. О, Эрликхан. Своему просителю неразумному скажи, путь его лежит на Карадаг. Там его удача и его смерть. Там его удача и его смерть. Эрликхан сказал, чтобы ты шел на Карадаг. Там тебя ждет твоя удача и твоя смерть. Ты что? Я разве просил у тебя смерти, шаман? Нет. Нет.
Заходи. Олр. Рядом с ним. Не убивай меня, самбажик. Я тебе отдам все. Все, что хочешь. Все отдам. Ты ответишь за это. Ты не достоин смерти. Ты будешь ходить с этим лицом до конца своей жизни. Не убивайте меня, не убивайте. Не убивайте. Помоги мне. Ну, помоги. Сезон шалтан кузининде аратар самбажка онону вле катышкан. Кожуун чаргазынга оларны алдан чедир санан. Инчангайш алдан тургун тежиберген. Араттар шүүгү шеринге келдиртирге келбейин. Каратау оргошол олынжар о чепсекти турлак жиберген. Из моей команды не стрелять. Эй, вы, стойте! Что вы делаете? Остановитесь! Самба, что ты делаешь? Остановись! А парнгарда джунгер? Че? Садитесь с коней. Завтра заявятся к тебе мои люди за выкупом. Дашь 20 отборных лошадей и седла. И еще 7 аратов отпустишь ко мне. Чанчик, назови. Будет. Передай Дежиме, я его жду, пусть придет. Проклятые собаки. Отец, вы что, их боитесь? Вы же мужчины. Отец! Пальмарин! Чурен саргарин. Пальцы отрубить себе хочу. Так болит голова. Салалар мотра шахсам гептур. Думаешь, пугаюсь всякой гала? Никогда. Никогда. С
страшно не то, что они могут убить нас, а то, что думаем о них, не переставая. Не правы мы. Потому что, когда человек не прав, он изводит себя до изнеможения. Он меня унизил. Этот вонючий самбажик посмел смеяться надо мною. Сегодня же надо ехать к Амбын-Найону, Альзе-Ачуру и потребовать войска. Выковырнуть надо кайгалов оттуда, пока не взбаламутили весь народ. Иначе укус этих паутов может быть смертельным. Ты готов всех посадить на цепь. Но разве весь народ можно заставить повиноваться беспрекословно? Найдется кто-нибудь против. Всегда. Этому одному и надо идти навстречу. Постараться понять его. Теперь я вижу, что не зря ты протирал штаны в хуре. Скажи, это ты помог ему бежать? Да. Хотел, но он это сделал сам. Тут я ни при чем. Скажи, а ты бы смог так, как он? Взять и не повиноваться никому, выбрать путь смерти. Нет. На хитрого волка найдется охотник еще хитрее. Он тебе нравится? Да. Молоко сворачивается, когда много мух. Много жирных и ленивых мух. Надо их травить. Кто-то чужой пожаловал сюда. Говорите, старший, мы бедные араты, просим помочь самбаже и принять наши скромные дары. В нашем ущелье араты нашли источник, но шаман не хочет туда ехать, говорит, очень далеко. Люди не могут пользоваться водой, пока шаман не поколдует. Помоги, самбажик. Я хочу попросить тебя взять моих двух сыновей к себе. Злой Сынге замучил их, бьет каждый день, обещал отрезать уши. Возьми их к себе, совсем возьми. Сына моего единственного, Сынге избил до полусмерти. Помоги нам. Чанчик, накормите их и дайте что-нибудь на дорогу. Зачем ты помогаешь нищим, самбажик? От них нет никакой пользы. Нам не стоит мешаться в их мирские дела. Знаешь, что мне отец сказал? Посмотри на эти горы. Это наши горы. Посмотри на эту землю. Это наша земля. Никогда не отказывай тому, кто приходит за твоей силой. От этого ты становишься еще сильней.
Дугар Найон от выкупа отказался. Его нукеры гнались за нами. Стреляли, вот. Самый короткий путь самим взять. Вот тарос пулганр болгандрбыз. Открой ворота. Коней выпускайте, коней. Воды, воды. Смотри, сарай горит. Говори. Они угнали весь табун. И людей погнали. Сожгли дом за отказ дать выкуп. Вернемся, сказали. Голодные псы. Они сожгли мой дом. Вот нож, самбажику передай. От меня. И скажи, мы просим ему все, если его люди вернутся и сдадутся властям. Если нет, то мы вызовем войско. Если они убьют меня, твоя жизнь им не нужна. Им нужна моя голова. Так что возьми двух цириков и скачи. Сейчас же. О, Каракур пожаловал. Хоть и вонючий, но тебе подарок, самба. Самба. Убить было жалко. Не убивайте меня, не убивайте. Самбажик, прикажи своей охране, чтобы они обращались со мной не как с собакой. А как с Найоном? Ты не радуешься, что они меня унижают? Отпустите его. Я пришел говорить с тобой, а ты что? Разнимитесь.
Что за спешный сбор? Родился кто-то у вас или убили кого? Потерялся Сенге. Вашими кайгалами угнаны два моих отборных табуна по 300 голов каждый. Убиты два табунщика. Прошу, чтобы ваши наёны восстановили эти убытки срочно. И если вы не утихомирите этих преступников с Карадага, я вынужден буду обратиться к Ванкаю. Они в равной мере накажут и вас, и их. Такая мера, думаю, вас не радует. Все у меня. Нужно послать Цириков и разгромить этих оборванцев. Отряд поведешь ты, Тажима. Это прекрасная возможность показать, что ты по-настоящему любишь свою землю. Кстати, Самбажик твой друг, не правда ли? Сенге не вернулся. Они убили его или оставили у себя. Наши люди бегут к ним. Я согласен. Наён, не убивайте моего сына. Что вам один мальчик на всей земле? Мое солнышко, единственная моя радость. Я вас прошу, умоляю, помогите освободить его. Отпустите его. Спасибо тебе, что помог мне. Пусть будет твоя дорога светлой. Спасибо тебе. Пойдем, сынок, пойдем. Возвращайтесь. Я отпускаю всех домой. Почему? Домой? Зачем? Вы что, не поняли? Уезжайте домой. Ведите меня к Самбажику. Мен сени. Я знал, что ты придешь. Хорошо, что ты приехал, Тажима. Отпусти Сенге. Я останусь за него. Аванга, ты меня не рум.
Как ты похожа на мать, доченька. В молодости я ее умыкнул. Монголы гнались за нами, не догнали. Она была в кожаных штанах. Все просила, убейте меня. Почему ты такой грустный, Каракур? Почему не веселишься, не пьешь? Я дал слово больше не пить, пока не женюсь. Но отец невесты против меня. Как ее зовут? Арбай. Ну, если мы ее умыкнем? Можно. У самбажа. Самбажа суп закады. Кай. Вот как. Мими как понулте. Он бросил меня. Давай солты пулмен. У меня будет ребенок. Чудергизмен. Что я скажу отцу? Чудергизмен отцамга. Что я скажу отцу? Чудергизмен отцамга. Что? Чудергизмен. Скажи, от Каракура родится Каракур. Едем. Пелектенджа. Нет. Чок. Нет. Чок. Нет. Эй, самбажи! Эй, самбажи! Самба, давай сюда бочку арахи. А справишься? Конечно, смогу. Раз так, надо устроить настоящий той. Эй, вы, собаки! Вы что, хотите, чтобы я умер с голода? Слышите меня? Мы требуем еды. Тебе нельзя. Лучше пой. Сволочи, вы что? Издеваетесь над Найоном? Зовите сюда самбажика. Я хочу говорить с ним. Нельзя, свадьба у нас. Завтра. Я люблю ее.
Кого? Арбай. Оржал самба. Нельзя тебе. Любить тебе нельзя. Каракуру можно. А тебе нельзя. Почему? Ты сам выбрал себе такую судьбу. Тебе смерть уставилась в глаза. Ты мученик. Тебе нельзя. Нет, Дожима, можно. Я вам покажу. Я вас прокляну. Вы не имеете права меня трогать. А этот связал меня по рукам и ногам. Притащил сюда. Проклятие ему. И вам проклятие, воры. Прости нас. Чтобы нам сопутствовала удача, нам нужна твоя помощь, твое благословение. Благословение? Чтобы воровать? Чтобы убивать? Задумали одно большое дело. Украсть Амбын Найона или китайского императора? Прости. Прости. Я одобряю твой выбор, Дожима. За свою жизнь человек должен совершить один великий поступок. Так ли, сын мой? Истинно так. Хорошо, я сделаю так, как вы просите. Каракур, к тебе люди пришли. Каракур, к тебе человек пришел по делу. Прости меня. Я причинил когда-то тебе зло. А теперь прошу твоей помощи. Кто ты такой? Чей сын? Я был слугой Сенге. Служил ему как собака. А теперь прошу помощи. Возьми меня с собой в Кайгалы. Встань! Встань! Потерпи, дочка. Сейчас сына родишь, легче станет. Тутурган ерин хостары биле кайгалдар, кадат паран жахалданар. О негелес кайгалдарнын берге амдыралы эгелен. Желтоухие собаки! Эй! Где вы? А ну, отворяйте ворота! Эй!
Я несу важную весть для вашего императора. Отворяйте, стреляйте в него. Ваша земля хороша. Но у нее должен быть один хозяин. Последнее время вы выглядите усталым, Мальзевичу. Но это не причина не выполнять приказа улясатуйского генерал-губернатора. Мы недовольны. При выполнении высочайших указов мы должны тянуть как лошадь и быть верными как собака. Но наша земля слишком большая, и мы не можем выполнять все указы вовремя. Я говорю о главном, о Кайгале. Испокон веков у нас было кайгальство. И это считается удальством, если хотите. Они воруют скот, нападают на сборщиков налогов. Ограбили монгольскую дорогу. Наконец, они сожгли нашу заставу на границе. Освободили заложников. Разве этого мало? Вы совершенно правы. К ним идут люди. С каждым днем их становится все больше и больше. Они раздают аратам скот, вербуя свое войско. Они могут поднять мятеж во всем Уранхае. Они потеряли уважение к смерти. Я приложу все силы, чтобы выполнить приказ генерал-губернатора. Говори. Че? 300 цириков собрано в ставке Альзея Ачура. Адугар согнал всех ваших родственников. Жен, детей, держит у себя на цепи. Не дает им ни пить, ни есть. Если ты лжешь, мы отрежем тебе язык. Триста цириков? Это целое войско. И вооружены все до зубов. Что будем делать? Всем отрядам надо идти в ставку Дугара. Другого пути нет. Заложником будет сам Дугар. Схватить его будет несложно. А люди из его хашуна, самые отчаянные, пойдут за нами. И мы создадим свой хашун. И пусть Карадаг будет троном, а Арушоль постелью.
Что предлагаешь? Хорошо ты сказал, Дажима. Аргушоль – постель, Карадаг – трон. Но они не спасут нас. У Дугара 100 цириков, и все они вооружены. Это очень опасно, очень. Что ты предлагаешь? Сдаться. Что? Что ты сказал? Да, сдаться. Мы сожгли китайскую заставу. Мы ограбили монгольскую даргу. Обчистили Дугара. У нас нет друзей. Все враги, кроме Альзая Ачура. Ему издадимся. Он помилует нас. Он сам ненавидит чужеземцев. Надо идти к нему. По уложению китайской торговой палаты, он только выпарит нас. Отвези меня обратно. Или я прокляну вас. Ой, зуб мой. Благослови нас, великий. Идем в гости к Дугару. Пожелай нам удачи. Кайгал мой, богатырь мой, расти большой. Каракур, поехали. Каракур, тюганзе. Скачи к Ванкаю. Скажи, пусть направляется в сторону Карадага. Там встретимся. Это тебе за хорошую весть. Скачи. Если напасть внезапно, эта хитрая лисица Дугар не выдержит и побежит. Ты его лучше знаешь. Пойми, Самбажик, свобода и свой хашун нам нужны сейчас, а не через 100 лет. Ребята, где родители? Не знаем. Есть кто, Алис? Нет. Отведи лошадь. Есть кто живой? Кто живой есть? Слева заходи. Где Самба? Где? Не подходи к Юр, там убьют. Моего сына. Ой,
собаки. Проклятые собаки. Что вы стоите? Стреляйте! Не подходите. Дожиму! Дожиму убили! Берите Алдана, возьмите его с собой. Где дожима? Отходим. Мне нужна арбаль. Живая. Убейте ребенка, а ее живую доставьте ко мне. Ждет каждого из вас награда. Вот. Чистое золото. Где ребенок? Где? Не трогайте меня! Отпустите! Отец! Отец! Скажи нам что-нибудь на дорогу, великий. Всех вас ждет смерть. Примите ее достойно. А сын Каракура будет великим шаманом. Это я вам обещаю. Прости нас, Арбай. Как будем дальше?
Бой. Поющий не слышит свою смерть. Я могу тебя спасти. Ты еще молод. Чуга. Зачем? Ты будешь жить. Горнер. Смотрите. Оларамда тыргдыр. Они еще живы. Пришло время пыток. Чорива Нормаен. Ступай на ее. Слермина Алхумнатын на вас на всех кого. Тебе лучше не слушать моих криков. Чорива Нормаен. Прощай. Тұрғандарының баштарын жыра саваларға соққайш, тәвелерге чүдіргайш, 1885 жылдың чазынында тываға әккілген. Оларының баштарын бүгідегі көргіздер болғайш, қорғыдар сорғыға білі адағаштарға асқылаңдырған. Ауыр алты арадағдар, эти громады гор хранят в себе живые голоса 60 богатырей. Горы помнят их. Горы — вечная память им, лучшим сынам страны Тану-Ула. Вечная память.